Друзья, всем привет! Это город Омск, магазин Fix Price. Сегодня будет самый короткий выпуск из этого магазина, но покажу исключительно новинки. Вкусняшка от Дымки, печенье Задумка, апельсиново-шоколадное. 360 грамм, 83 рубля. Выглядит очень даже аппетитно. Здесь распаковывают сдобную особу, итальянский пай с начинкой вишня. Посмотрим, сколько она стоит. А здесь был с лимоном, 159 рублей по карте фикс прайса, 400 грамм. Яркие книги для детей из серии «Сказочное детство». Разные авторы, крупный шрифт. Картинки практически на каждой странице и много разных историй. Туалетное мыло от Fax, экономичная упаковка, 4 кусочка по 70 грамм, Райские острова. Друзья, посмотрите, какие шикарные свечи пришли, арома в шикарных подсвечниках. Называется Дали, магическое притяжение, красота. Только из-за подсвечников хочется все купить. Очень приятно пахнут все, аура безмятежности. Вот этот больше всех мне понравился, сладость момента. Так, и вот этот, по-моему, забыла показать. И небесное сияние. Кашпо для цветов. Горшочек маленький сюда поместится только. Вот такой слоненок с поднятым хоботом. А второй вариант вот такой. Немножко повыше. Мне понравились оба. Не знаю, победит ли мой хомяк мою жабу зеленую или нет. Куплю или не куплю. Еще подумаю. Небольшие жестяные копилки. И смотрите все, что есть. Ну, а вот такую птичку я точно себе куплю. Это подставка для мелочей, керамика. Мне она пригодится для хранения арома-палочек. Причем они, смотрите, здесь все разные. Есть с открытыми глазками, с закрытыми, с цветочками. Очень красивые. Теперь вот буду думать, какую из них. Но больше склоняюсь вот к этой. На этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на канал. Всем хорошего дня, хорошего настроения и пока-пока.